Ласкавыя коты и котяняты, отданные собаки и шчаняты. Браты наши меньшие самых разных узростов, афарбовок и властивостей характеру. У кожного своя веселая мянушка и одночасово сумная история вулічнага життя, без хаты и господарского клопоту. Старт 10-й доброчинной акции «Подары им шанс» супал с юбилеем одноименного волонтерского руху по обороне бездомных живел, якое дзейнічае у Гомеле. Его историю 5 годов тому начала писать звычайная жыхарка областного центра Светлана Лапо. Сегодня у лику ее помощников 40 человек. На опеце волонтеров около 200 живел. Амаль полови из них подчас акции спробовали знайсти господаров. На мой взгляд, такие акции очень значимы даже хотя бы для того, чтобы пропагандировать гуманное отношение к животным, показать общественности, что действительно у нас проблема существует, и что животных бездомных меньше, к сожалению, не становится, и что решать проблему нужно гуманными методами, то есть стерилизацией и вот такими вот благотворительными акциями. Усе представленные на акции дорослые живёлы были пришепленные и стерилизованные. Их дозволялось погладить и навод взять на руки. Одни горожане покидали акцию хиба что не со слезами на вачах, але так и не выбравши себе четвероногого сябра. Иншие со своим выбором вызначаліся без лишних роздумов. Мы выбрали себе девочку. Я назову ее Мартой. Вот. Я давно хотела себе черную кошечку. Ой, моя хорошая. Я думаю, что мы подружимся. Дочка захотела котика. Вот пришли взять котенка. Знаем только, что ему 2 месяца. Как зовут, еще не успели узнать. Я к животным отношусь нормально, потому что у нас уже будет 3-й год. Усяго за годы існавання волонтерского руху выратовано больше, как 1000 бездомных живел. Шмат зроблено по рашэнню их проблем. На протягу доброчинной акции у Гомеля так само працавали специальные пункты, куда неабыяковые горожане могли принести корм, леки и іншие необходимые принадлежности. Оказать допомогу волонтерскому руху можете и вы, доведавшись больше подробязанную информацию по телефоне 8-029-674-21-65. Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания Гомель.